Решить спор без конфликта. В Казахстане началась акция, посвященная Дню медиации. Во всех городах страны с утра начали работать 300 кабинетов. В них эксперты ведут необходимые консультации. Закон о медиации, напомню, в нашей стране приняли 5 лет назад. Основная его цель – помочь урегулировать имеющийся спор, не доводя его до суда. В процессе примирения главную роль играют медиаторы. Это независимые и беспристрастные лица, которые помогают конфликтующим сторонам прийти к единому соглашению. Эту акцию делаем в целях развития, то есть народ может в любой будний день прийти в кабинет, и его примут там, проконсультируют на бесплатной основе. Не только сегодня. Это акция в честь популяризации и развития института медиации. А так в целом кабинеты действуют по всей республике, работают с утра до вечера.